Всем привет, дорогие друзья! Да, солнце носит! Всем привет! Ой, как! Сегодня вам какое число? 21? Да. Сегодня 21 октября, мы находимся на пляже недалеко от нашего дома. Утром мы собирались идти купаться, а, как вы понимаете, прошло сколько? С 12 часов начался вот такой вот нереальный шторм. И, конечно же, в такую погоду купаться невозможно. Но погода в Алании переменчивая, поэтому в эту дождливую погоду мы все-таки решили не сидеть в воскресенье дома и приглашаем вас прогуляться вместе с нами. А вот этот вот мальчик купался. Вот что, друзья, происходит на пляже. Море, конечно, штормит просто нереально, но все равно очень красиво. Такая вот красота творится на пляже. Солнце то выходит, то заходит, но все равно пасмурно. И, кстати, температура воды сегодня 26 градусов, воздуха 24 градуса. И у меня сносит зонт. Вот вы видите, вот такой вот ветер. Сносит зонт, солнце, дождь. Ветер, волны. Короче, кошмар. Кошмар. Мам, у тебя не сносит, у меня сносит. Но все равно красиво, скажи же. Да, такую пасмурную погоду. А сейчас я переворачиваю камеру и показываю вам небо. Да, ветерок, конечно, сильный. Вот так вот трясет деревья. И небо просто черное. После жаркого лета гулять в такую погоду просто кайф. А мы идем в центр города. А еще я вам покажу города-побратимы, которые есть у Алании, российских городов-побратимов. Три штуки. Это Мурманск, Дергачи, Зеленогорск. И больше всего городов-побратимов польских. Вот она, свадьба. Вот таким вот образом все машины гудят и оповещают всех, что у них свадьба. 5 минут шел дождик, потом он перестал, потом опять стало капать. В общем, непонятно, ничего непонятно с этой погодой. И мы вам хотим также рассказать, чем же можно заняться в пасмурную погоду в Алании. Мам, первое, чем можно заняться? Гулять по городу. Гулять по городу, взять зонт. Взять зонт и гулять по городу. Конечно, когда не очень сильный ливень, 20, сколько температура воздуха? 24 градуса, очень комфортно. Мне кажется, классно. Не жарко, не холодно, супер. Второе, чем можно заняться, зайти в одно из набережных кафе, да, и сидеть, и пить турецкий кофе, пробовать турецкие блюда. И смотреть на бушующее море. Кстати, бушующее море, оно так же красиво, как и когда нет дождя, скажи же. Да. Тогда оно такое голубое, а в пасмурную погоду оно совсем другое. Но все равно тоже очень красиво. Еще чем можно заняться в пасмурную погоду? Конечно же, идти на шопинг. Прогуляться спокойненько по всем магазинчикам в Алании. Тогда вы уже не будете спешить и переживать, что вы не попали на пляж, а в пасмурную погоду идите на шопинг, в солнечную погоду идите, конечно же, на пляж. Что еще можно делать? Мам, что еще можно делать? Ну, какие-то экскурсии. Да, можно съездить на какие-то экскурсии, которые проходят внутри, или посетить, например, музеи, сходить в пещеру, сходить в археологический музей, сходить в дом музея Ататюрка. Ты была в доме музея Ататюрка? Нет? Значит, туда мы еще пойдем. Сходить в дом музея Ататюрка, сходить в городской музей. Кстати, в городском музее я еще сама не была. И просто прогуляться по ближайшим улочкам. Одно из таких мест
где можно посидеть и классно отдохнуть в пасмурную погоду, это Envy Beach. Ну и, конечно же, не только в пасмурную погоду, но и в хорошую погоду. Но в пасмурную погоду здесь классно. Почему? Потому что здесь классный бар, ресторан. Здесь у них есть небольшой бассейн. Ну и, конечно же, весь народ ютится. Ютится сейчас внутри. Здесь играет классная музыка. Здесь проходят различные вечеринки. Здесь есть бранчи с шампанским. Вот здесь вот все закрыто, можно сидеть здесь, а можно сидеть наружу. Посмотрите, какая здесь красота. Это очень популярное место среди скандинавов и русских. И море сейчас доходит прям до берега. В описании к этому видео я оставлю ссылку на Envy Beach. Вот вы видите, народ сидит и снаружи на террасе, и внутри. Ну и в солнечную погоду здесь можно арендовать. Здесь очень классный пляж. Можно арендовать бунгало и, конечно же, лежаки. Ну как тебе море? Море просто супер. Красота. Ай, сейчас тебя намочат. В общем, вот так вот народ отдыхает, когда на улице дождь. И неважно, дождь или тепло, все равно в Алании классно. Еще раз покажу вам панораму. Народ отдыхает, вкусно кушает, пьет вино. И вот такая вот панорама отсюда открывается на Алании. Про это место я вам рассказывала в другом видео. Здесь у них отель наверху, ресторан, бар. Проходит очень много событий. И владельца этого места девушка из Дании, поэтому здесь все выдержано в таком классном скандинавском стиле. И, конечно же, если вы хотите классно провести время, приходите сюда. В описании есть ссылка на видео, которое мы делали летом вместе с владелицей этого места, поэтому приходите по ссылке после этого видео, смотрите, я думаю, что вам тоже будет интересно. Как я вам интересно. Говорила, каждый четверг и воскресенье в час здесь проходит бранч с шампанским. Шампанское, различная еда, цена 115 лир, живая музыка, можно делать резервацию. Здесь у них проходят латинские ночи, когда можно приходить танцевать или просто смотреть латинские танцы. Ну и ближайшая вечеринка с костюмами будет 31 октября, это будет Хэллоуин. Поэтому, если вы в Алании, обязательно приходите в Envy Beach. А сейчас мы уже пришли на пляж около мэрии Алании. Вот она, мэрия Алании. Вот он пляж. Мама уже пошла вниз. Давайте пойдем поближе и посмотрим, что же там происходит. Кстати, море подошло очень близко к берегу. Прям очень близко. Но все равно такое красивое зрелище. Просто супер. Вот так вот, видите, народ тоже гуляет, отдыхает, проводит время на пляже. Просто приходит и смотрит на море, потому что на него можно смотреть бесконечно, особенно когда такие красивые волны. И шум моря просто завораживает. А также в пасмурную погоду народ катается на велосипедах, ну и, конечно же, занимается спортом. Вот одна из местных команд. Я не знаю, что это, футбол. В общем, кто знает, что это, во что они играют, напишите в комментариях. А вот таким вот образом, вот из таких машин, я не знаю, как правильно называются, танкеров, закачивают. Опять не скажу вам, как называется правильно, но скажу, что это топливо. Бензин, не бензин, но топливо на яхты. Например, на яхту StarCraft сейчас закачивают топливо. Кстати, на яхте StarCraft очень классный вечерний тур. Мы еще не ездили, но тоже хотим прокатиться. А вот так вот выглядит набережная. Несмотря на пасмурную погоду, уже выглядывает солнышко. Тоже народ прогуливается по набережной. Дорогие друзья, и, конечно же, не забывайте подписываться на нашу группу в Фейсбуке, потому что там я выкладываю каждый день
видео, фотографии, какую-то нужную, полезную информацию, потому что на YouTube видео все-таки выходит с запозданием, а в группе в Фейсбуке все выходит прям день в день, вот какая погода в Алании сегодня и какой был шторм, вы можете прям увидеть в тот же день, когда мы все это дело снимали. А на YouTube это может выйти с опозданием один день, ну или может быть даже с опозданием неделю или две. Поэтому обязательно заходите на группу, в группу в Фейсбуке. Ссылка в описании под этим видео. Слушай, жарко, да, однако? Можно даже в футболке гулять. Рано я еще пиджак надела. А вот одна из кафешек на набережной, где народ сидит, пьет чай. В этих кафешках обычно продают чай, кофе, какие-то тосты, сэндвичи и, в принципе, все. Но самое классное здесь, конечно же, вот эта вот панорама. Очень красивые здесь лодки стоят. Эти лодки используют местные рыбаки. На них они ходят в море, ловят рыбу. Иногда можно взять эту лодку на прокат и прокатиться вокруг Алании. Но в основном, конечно же, это рыбацкие лодки. Мы пришли уже к Красной башне. Вот от Красной башни, например, вот так вот пройдя до конца, вы можете подняться по лесенке и пройти напрямую вот до туда, до самого маяка. Видите, тоже там много народу гуляет. Либо отправиться в Красную башню и в судовед. Мы уже около Красной башни, и вот как выглядит наш любимый пляж. Когда нет солнца и когда волны. Видите, сейчас тоже там нет волн. Море волнуется, но очень красиво. И что мы видим? Над горами уже тучки расходятся, видно голубое небо, и все тучи уходят вот туда. А здесь уже голубое небо. И спустя пару часов, я думаю, что к вечеру уже все растянется, а завтра будет хорошая погода. Вот такие вот красивые кактусы растут на набережной. И какие-то Рая и Женя. Ваня. Здесь были Ваня и Женя. Вот если Ваня и Женя вы смотрите наш канал, позор вам. И стыдоба. Пожалуйста, не портите красивые кактусы. Ну да. Списали, написали. И они потом гибнут. Вот молоденькие растут, вот там красивые, да? А вот эти уже... И мы поднялись на верхнюю набережную. Как вы видите, солнце уже выходит из облаков. И опять наступит настоящее лето. Вот так вот выглядит набережная. Ой, посмотрите, какое темное-темное море там. Но на улице очень тепло. Вот такая небольшая прогулка, друзья, у нас состоялась по дождливо-солнечной Алании. Всем, кто не подписан на наш канал, подписывайтесь, потому что вас ждет много всего интересного. Ну, конечно же, те, кто подписан. Пишите комментарии, задавайте вопросы, мы постараемся ответить на все, что сможем. Ну, а на сегодня мы с вами прощаемся. Всем всего хорошего. Пока-пока. Пока-пока. До встречи. Приезжайте в нашу классную Аланию. И после нашей прогулки по набережной, спустя два часа пошел очень сильный дождь, который, я надеюсь, закончится скоро. Мы сейчас прячемся в одном магазине, но потом уже пойдем домой.